Ай! О, господи, какой у тебя там маг! Что делать? Что за звуки, господи, боже мой? Ты там рожаешь, что ли? Какая здоровая! Амаз! Стоять! Ой, ёпта! Сори! Не-не-не-не-не! Не надо бить! Нет! Каркар! Майнкрафт! Господи, как же я ждал! Я должен вернуться домой в прошлой серии! Где я нахожусь? Ничего не понятно! Очень страшно! Трандец. В общем, в сегодняшней серии нам как-то надо найти дом. И приручить животных, конечно же. Я хочу ферму. Я хочу себе кушать нормально. Овечек больших там. Собаки, коровы. Да, поехали. Блин. Я даже не представляю, где я нахожусь. В какой-то огромной... Да. Надо подписаться на канал. У нас есть такая довольно большая цель в 2 миллиона подписчиков до конца лета. И мне нужна поддержка абсолютно каждого из вас. Кто не подписан на канал, я знаю, у вас примерно половина. Подписывайтесь прямо сейчас. И ставьте лайки за 3 секунды. Неважно, подписаны вы или нет. Раз, два, три... Поставили лайк, подписались, спасибо большое. Я не знаю, что за движение, я исполняю руками. Хва. Короче, плыву я плыву, а тут вот это вот. Это же приключение. Так, нам нужно облапошить, обчистить этот... Блин, какое тут классное место, слушайте. Я реально задумываюсь о переезде. Нет, подумай о собаке, Богдан. Кто будет кормить собаку? Мы практически уже на месте. Так. Это, получается, где-то тут должен быть первый сундучара. Вот, стоп, где сундук? Отдай сундук, корабль! Тебе он уже не нужен, ты уже утонул. А чё? А! Я даже не заметил. Сундук! Вау! Офигеть! Тыква! Тыква! У нас теперь есть тыква! Мы сейчас сдохнем! А, господи! Господи! Давай быстрее! Фух! Загадочное рагу. Надо попробовать. На! Вот так! Так вот оно что дает! Офигеть! Ночное видение! Приплываешь ты, значит, какой-то заброшенный корабль. Жрешь ты еду, которая старше, чем говно мамонта. А оно, оказывается, еще и ночное видение дает. Нормально, блин. Так, а теперь капитанский сундук. Где-то должен быть капитанский сундучидло. Сундук. А вот и, вот он. О, эмеральд, эмеральд. Ну я сейчас сдохну. Я нашел эмеральд. Ква. Слушайте, это на что-то похоже. Я думал, что это ледяные скалы, где мы видели Светку с 6 Б. А тут это обман. Это данж! Ё-моё, я думал, это просто какая-то халупа стоит, а это данж. Черепаха! Халат! Сундук. Шипы, огнеупорность, как всегда, фигня. Зато тыквы и морковка, и я сейчас сдохну. Нет. Привет, мистер зомби. Мистер зомби. Бляха-муха, там еще и паук! Я с тобой хотел поговорить, а не с твоим пауком тупым. Твой паук бешеный, сдай его психушку. Три паука, господи, боже мой. Сдается мне, не туда я держу свой путь. Это уже не смешно, я уже минут 20 плыву. Что это такое? Что это там светится? А ну свет выключите, уже поздно. Электричество считает. Дядя. Ля-ля-ля-ля-ля. Ты звучишь как свинья недорезанная. А! Это кто такие? Ты не говорил, что у тебя есть братик. Вот это вы страшны. Так. Насколько я помню, мне рассказали в комментах, кстати. О, тут можно дышать на этих штуках. Тут можно дышать. Ай! Как отсюда вытащиться? Господи, как это было. Так. А где? Так, кто-то стрельнул. Мне это не нравится. Он стреляет. Твою ж налево, это тот, который стреляет. Ты дурак, что ли? Ну-ка, выходи отсюда, уходи. Ай! О, господи, какой у тебя там маг ты! Не-не-не-не! О, но! Не! Больно в ноге! Твою налево, валим оттуда! Чё? Ты! Ах! Ты чё?
Ты чё, дядя? Дядя, дядя, дядя. Чё делать? Да как ты посмел? Да как ты посмел? О, господи, весь мой лут! Все, что я нажил непосильным трудом! 4 телевизора, 3 холодильника, 1 изумруд! Я теперь объявляю войну! Это война! Все утопленники! Я теперь против вас! Да, спасибо за такой красивый приветственный звук. Собака! И-и-и, моя собака живая! Ну ладно, окей, хорошо. Хорошо, так уж и быть, подумаешь, там мы все просрали. И что? И что, это новое начало? Я все просрал, собака! Собака, я все просрал! Ну ладно, у меня есть чуть-чуть угля, чуть-чуть железа. Зато мы дома. Нужно во всей ситуации видеть только хорошее. Ладно, собрались, собрались. Мы теперь мстители. Тони Старк такой. Капитан Америка такой. О, господи, вас теперь двое. Что такое? Я чуть не сдох сейчас. Лошадь. Лошадь, я сейчас ее приручу. Я сейчас ее приручу. Это будет твоя лошадь. Это будет моя лошадь. Ты будешь пупырник. Да, потому что у тебя много пупырок. На. Все, можно теперь садиться? Не можно. А так, на. Можно садиться? Да ты офигел! Стой здесь! Стой! Стоять! Стоять! Ой, ёпта! Сори, сори! Не-не-не-не-не! Не надо бить! Нет-нет-нет-нет! Успокойся! Успокойся! Сядь! Господи, господи, на, кушай! Кушай, 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 дорогой, кушай! Ты пупырника хотел убить! У тебя вообще еще имени нет! Хва! Ой, народ, я вообще такой дерзкий, я только что расчищал чуть-чуть вот эти вот штуки. А ты еще кто такой? Это что за повязка такая фитнесовская? Ты шо? Это трудовик получается с физруком, что ли? О, господи, боже мой, да вы что, опять надрались, да? В зюзю прям, да? Ну что, на, ого, на, ай. А ну-ка, щит защищает? Бэм, бэм. Ну-ка, щит, щит, щит. Хе-хе, щит. Блин, ну все, пацаны. В следующий раз знать будете, как пить. Здоровый образ жизни. Прошло, наверное, часа два. Я чуть-чуть поиграл. Чуть-чуть поиграл. Чуть-чуть поиграл. Короче, рассказываю. У меня теперь есть ферма. Я теперь фермер Богдан. У меня теперь есть лошадь. Это моя первая ферма. Это продолжение фермы. Это, короче, верстаки. Это для красоты сделано. Вот, да. А также я приручил 2 овцы и 2 коровы. Спросите, как это случилось? Что их теперь не 2. Но берем сначала укроп, потом кошачью жопу. И смотрите. Ляп, ляп. А, ура! У них есть коровенок! Му! На, извини, извини, извини! У нас есть 18 левел. Какой красивый пол, просто ламинат, 10 из 10. Красота, эпик. Теперь у меня в полу на втором этаже нет дырок. Когда я упал в 14 раз со второго этажа на первый, я все-таки подумал, что нужно доделать пол. Здесь, не смотрите здесь, мы шуруем шахту, короче. Да, у меня есть чуть-чуть лута. Чуть-чуть. Как же тебя назвать-то, ёпересете? Пётр. Пётр. Собака Пётр. Погнали, Пётр. У нас будут приключения. Сейчас попадем куда-то в какую-то жопу. В общем, да. Ква. Что нам метает лёд? Да. Пропало. Так. Ну что, народ, я предлагаю сделать безопасный спуск, то есть построить такие... лесенку такую из камней, короче. О, господи, я в последний момент чуть не долбанулся. Так, а где моя собака? Я надеюсь, он просто остался дома. Так. Твою налево, как ты меня?
меня пугаешь, господи, Петр! Какие у нас координаты? 354, 77. Ага, хорошо. Алмазы находятся где-то на уровне подмышки сатаны, то есть где-то 11 левел, поэтому... Ну что ж, будем копать под себя. Комментарий дня. Чтобы туда попасть, нужно просто писать комментарий, и один из них попадет в следующее видео. Да? What the fuck? Это что такое? Это что такое? Это эндермен, что ли? Вот он. Привет. Мистер Эндермен, а можно я покопаю шахту? Я хочу алмаз найти. Мистер Эндермен, а? Твою ж налево. А ну, а... О, господи, фига тебя... Расколупало. Чё за звуки, господи, боже мой? Ты там рожаешь, что ли? Ты где? Алло, а ну, вылази, вылази. А, вот ты. Привет. О, господи, ты еще и поджег себя, дурак. Ой, ты... Ой, глупое. Ой, создание дурное. Что такое? Что такое? Ну, наконец-то ты сдох. Страшилище ты болотное. Слушайте, клевая пещера. Эша, эша такое? Эша, эша. Выключай. Аккумулятор сейчас сяду у тебя. Давай. Все, сел аккумулятор. Твою налево ты, братанал своих привел, что ли? Помню, в 95-м такое же было. Захожу я, значит, за угол, а там три зомбака. Ой, гопника. Еле выжил. Мне не хватает факелов для того, чтобы я случайно не покакал в пещере. Все, теперь я не усрусь. Как здесь много всякого весь клафного, а ты шо? Еще продолжение пещеры, слушайте. Тут точно должны быть алмазы. Тут точно должны быть алмазы. Вот я зуб даю. Вот этот кривой. Так, где алмазы? Это старый дедовской способ, если что. Алмазов нет. Капец тут пещера. Капец ты здоровенная. Прям как Светка с 6 Б. Не пещера, а целая... А! Откуда? Кто? Где? Боже мой. Ты так не шути. Дядя, ты где? Я же, блин, в лаву могу так упасть из-за тебя. Вау, какая здоровая! Алмаз! Алмаз! Блин! Так, теперь к нему нужно прийти еще как-то. Так. Моя дорога к алмазу была такая длинная, но такая замечательная и прекрасная. Ау, блин, маз! Ау, блин, маз! Сколько там их? 3? 10? 15? Надеюсь, много. Да ты шо, целый алмазякар. Чё, один что ли? Один! Это худшее, что могло со мной произойти! Один! О, господи! Что, даже снизу нет ни одного? Ладно, давайте хоть один. Бог Майнкрафта, за что? Тебе было так сложно, да? Так сложно было мне заспавнить хотя бы 3. А лучше 8. Ой, это ты типа, ты злишься, да, на меня? Это я на тебя должен злиться за такой плохой спавн алмазов. Что я сделал не так? Вот что я сделал не так? А? Мистер Бог Майнкрафта, дайте алмаз, пожалуйста. Я уже не знаю, кстати, куда я зашел. В какие-то... тартарары. Погоди, я же могу все это залить водой. Биг Брайн! А, да, я здесь был. Зомби! Ты не алмаз! Я не просил зомби, я просил алмаз. Я не просил двух зомби, пацаны, не надо, мне много зомби. Иди! Господи, что? Почему ты такой темный? В какую ты лужу уже залетел? Почему ты такой грязный? О, господи! О, железо. Алмаз! Ну, наконец-то, я сделаю алмазную кирку. Да, 4! 4! 5! 6! 7! Давайте, 8! Лучший из всех!
Эй, 8 алмазов, это максимум, который может тебе попасться в Майнкрафте, если что. Если вы не знали. 8 алмазов, офигеть. Слушайте, слушайте. Нам нужно кирка, я хочу, может быть, фортуну получим, типа, удача 3. Да, надо 4 обсидиана и книжку, чтобы сделать стол зачарования. Но я также хочу сделать еще и портал в ад, но я думаю, что это уже будет в следующей серии. Поэтому не выключай это видео, потому что вот тут и тут есть другие ролики, плейлисты. Можешь смотреть их. Ну а если вы уже все это посмотрели, то что ж, тогда просто переходите на канал и смотрите более старые ролики. Я буду встретиться уже очень скоро. Давай, пока. Пока.